Компания Celestron выпускает три линейки телескопов на монтировках с механическим управлением. Это самая первая линейка Power Seeker, следующая за ним линейка Astromaster и самые тяжелые, самые крупные механические телескопы – это серия Omni. Для сегодняшнего обзора мы взяли самый маленький телескоп из серии Astromaster. Эта модель называется Astromaster LT60AZ. Ну, как следует из названия, диаметр объектива этого телескопа составляет 60 мм. Фокусное расстояние трубы 700 мм. Обозначение LT означает Light Tripod, то есть легкий облегченный штатив. Да, действительно, вместе с этим штативом телескоп оправдывает свое название, потому что весит он чуть менее 3,5 килограмм. В собранном виде штатив занимает немного места, и поэтому такой телескоп можно брать с собой куда-нибудь в путешествие. Также для путешественника этот телескоп понравится тем, что сборка его занимает, ну, буквально считанные минуты. В отличие от телескопов, которые производит корпорация Синта, телескоп серии Celestron Astromaster крепится к штативу не хомутами, а с помощью вот такого вот ласточкиного хвоста. Как видите, снимается он и устанавливается на штатив буквально одним движением. Маленькая техническая заминка. Вставлять его надо достаточно ровно, и тогда все у нас получится. Вот. Установили, зафиксировали. Для наведения телескопа на объект служит вот такая вот удобная ручка. Мы поворачиваем инструмент, держа его за ручку, и, соответственно, четко контролируем свои движения. Собственно говоря, что в этом телескопе есть еще интересного? Ведь он, по большому счету, ничем не отличается от остальных инструментов, выпускаемых компанией Celestron. Конструкторы, либо менеджеры компании Celestron поняли, что красиво – это не значит хорошо. И они заменили тот страшный слепой визир, который ставился на телескопы Astromaster, на нормальный работающий искатель типа Star Pointer. Телескоп комплектуется двумя окулярами. Это 20-миллиметровый окуляр, который дает увеличение 35 крат, и 10-миллиметровый окуляр, который дает увеличение 70 крат. Ну, как и любой телескоп серии Astromaster, два вот таких вот окуляра. Изображение у телескопа будет прямое, но зеркальное, поскольку здесь не призма прямого изображения, а обычное диагональное зеркало. Телескопы серии Astromaster LT не имеют T-адаптера, они предназначены исключительно для визуальных наблюдений. Если вы хотите получить какой-либо фотоснимок, вам имеет смысл тогда установить либо окулярный T-адаптер, либо попытаться сделать снимок на камеру мобильного телефона. Телескоп, конечно, скромный. Но его возможности при наблюдении Луны, при наблюдении планет Солнечной системы весьма неплохи. Даже на увеличении 70 крат он вам покажет и кольца Сатурна, и спутники Юпитера вместе с полосками на диске, горы, кратеры на Луне, фазы Меркурия, если вы сумеете его найти на вечернем или утреннем небе, фазы Венеры. Так что телескоп для ребенка или для начинающего любителя вполне можно рекомендовать. Он достаточно хорошо изготовлен и также хорошо он выполняет свои функции.